В Мелеузовском районе Башкирии при столкновении грузового и пассажирского микроавтобуса погибли 4 человека, еще один получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, авария произошла на 166 километров федеральной автодороги 240 ФА Оренбург в 2 километрах южнее Салавата. Столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой «Рено Мастер». В МЧС по Башкирии сообщили подробности страшного ДТП, в котором заживо сгорели 4 человека. По данным пресс-службы ведомства, пассажирская «Газель» принадлежит компании «Оренбург Газпромдорстрой». Сотрудники организации, четверо мужчин, 27, 43, 52 и 60 лет, ехали из Оренбурга в Архангельский район на автодорогу регионального значения Уфа, Инзер, Белорецк для проведения гарантийных работ по ремонту водоотводной трубы около села Усаклы. Все погибшие являются жителями Оренбурга. Также в ДТП пострадал водитель «Рено», его извлекли спасатели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.